Однажды зимним вечером в январе в Таллине я сидел за столом, вспоминая свой трудный путь в поисках жилья. Было уже 10 вечера, темно и холодно, и мороз отнюдь не был моим союзником в этот январский вечер. Каждый месяц 14 число напоминало мне о необходимости оплаты аренды однокомнатной квартиры в Таллине. Мое воображение было полно мечтами о трехкомнатной квартире, которая преобразила бы мою жизнь. 68 квадратных метров, включая балкон. Теплые светлые комнаты, которые я увидел в ролике на YouTube-канале «Недвижимость в Таллине». С момента просмотра этого видео образ этой квартиры не покидал меня. Однажды утром в прекрасный январский день я обнаружил неожиданный приход на своем банковском счете. Это была премия за мои усилия в размере 3350 евро за долгие годы труда. Это были не просто символические слова, а настоящие деньги, которые значительно улучшили мою финансовую ситуацию. Приятно было осознавать, что моя компания ценит своих сотрудников, работающих уже 10 лет и более. Новая система поощрений не всем нравилась, но для меня это было признанием и благодарностью за мою преданность компании. С каждым годом я замечал увеличение арендных ставок. Однокомнатные квартиры, которые раньше стоили 250 евро, теперь оценивались в 370 евро и выше. Цены на трехкомнатные квартиры также значительно возросли. Таков был мой путь в поисках жилья в Таллине. Это был долгий путь, полный перемен и неожиданностей. Но, несмотря на все трудности, я нашел место в этом мире, которое стало моим домом. 3350 евро вдохновили меня на первые шаги к приобретению моей мечты трехкомнатной квартиры. И я собрал необходимую сумму для первоначального взноса в банк и взял ипотеку на это жилье.